Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году увеличится. Такое заявление озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Грузии Иракли Грибашвили. Параллельно с этим планируется восстановить работу и нефтепровода Баку-Супса, который на данный момент не используется. Отмечается, что за 9 месяцев 2022 года объем прокачки нефти по трубопроводу БТД составил 21 688 тысяч тонн, рост на 10,8%. Прокачка через трубопровод Баку-Супса не будет идти в противовес основному экспортному трубопроводу, тем более имея в виду то, что для Европы на сегодняшний день по импорту энергоносителей ситуация складывается по весьма критическому сценарию. Азербайджан будет определять правила игры и по объемам, и по ценам в определенном смысле, потому что для нашей страны сформировано достаточно устойчивые и конкурентные преимущества. Также говорили о роли транспортного маршрута Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан в течение 2022-2023 годов планирует вложить дополнительные инвестиции в развитие железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев. Объем перевозок крупногабаритных грузов между Азербайджаном и Грузией в этом году увеличился на 75%. Довести пропускную способность ЖД-БТК планируется до 5 миллионов тонн грузов в год. Многое будет зависеть от потока инвестиций, от их наращивания, от внутренней инвестиционной политики в стране, потому что мы становимся свидетелями определенного кризиса по международным инвестиционным потокам. Я считаю, что институт внутреннего кредитования должен быть запущен в эффективном формате. Но и кроме этого, конечно же, очень много будет зависеть от тарифной политики. Больший объем потоков будет идти в обратном направлении стран Юго-Восточной Азии в сторону Европы. И здесь очень важно будет нашим операторам транспортным реагировать на эти вызовы. Глава государства также сообщил, что объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Грузией за 9 месяцев текущего года приблизился к отметке в 1 миллиард долларов. Инвестиции Азербайджана в экономику Грузии превысили 3 миллиарда долларов.